скучал по этой Турции. Хуй там плавал, пёр. Ёбаный рот. Там говорили, самолет кокаин сбивает. Лови, делай так. Я в России, ёб твою мать, Москва, любимая перилка. Мой геркес. Ёбаный рот, ёб твою мать. Ёбаный рот, ёбаный рот. Видели сосульки? Ебать, я нигде таких не видел. В Турции таких нет. Да тебе не все включено. Ну ты дал, господи. Фу, саки кошачьи. Водород, выходишь вот, вот так вот. Здравствуйте, вчера в Турции был. Нюхао. Ой, Наташ. Ёбаный рот, ах ты где? Какая из них? Ёб твою мать. Опять нахуярилась в клуб девственницы, пиздец, написал. Я радуюсь этому зиме, что пизда моим братинкам, батальонам. Здравствуйте, молодой человек. Загребите меня, пожалуйста. Ой. Извините, ребят, что истории сейчас будет, наверное, чуть меньше, но я постараюсь сделать в прежнем режиме. Просто мне нужно разобраться со своим местом жительства. Потому что, ну, возможно, окажемся бомжами. Какой грех-секрет? Бомжами как бы мы не останемся. Ну, в общем, я сейчас думаю насчет квартиры. Сейчас я остался у Артема. Вот, не знаю, короче, что буду делать. В любом случае, вы этот сериал лицезреете каждый день, узнаете первыми. Сейчас я поехал на тренировку. Первый день, первая тренировка. Ебанисимо, посмотрите, какие сугробы. Ёб твою мать, я как по этому скучал. Ладно, у меня за мной Володя приехал. Мурать Держионе. Уже говорил, весь мир в наших ног. Вот я сейчас дома, в России, в Москве. И я безумно себя ощущаю, потому что вчера я только был вообще в другой стране. И завтра я могу вообще в другом быть месте. Блин, это так круто. Ну, ощущение, то, что все, что мы захотим, может у нас быть. Я хочу вдохновить вас этим поебушкой. Вот это ваш шар. Давайте вместе руку положим, загадаем желание. Холодно. Пиздец, пришел в зал, столько много безработных людей, как я, фрилансеров. Да хуя, ебаный рот. Вот это вот тетя Света в Турции приехала за мной. Ребят, вы узнали, какое у меня сегодня настроение хорошее. Ёбаный рот. Ёбаный Мурадила уже ждет. Правда. Передаю его вам. Вот так вот. Хоп. Ёб твою мать. Записался на йогу, потому что мне это жизненно необходимо. Представляете? Ноги буду за голову загибать и бегать. Надо же как-то справляться с этими осадками. Сижу я и думаю, куда еще полететь? Тыкну пальцем в меню. Ёбаный рот. Нури. Нери. Черные спагетти с пшеничной муки. Необычный цвет пасти придает настоящие чернила каракатицы. Вот туда и попиздую я. В нери. Сидим с ребятами, кушаем. Кто это тут у нас? Вова. Вова, что сегодня? Полное траханье, а не день. С девочками тут, с подружками сидим. Девочки, привет, подружечки. Привет, привет. Это для мамы. У мамы день рождения. И Артём кушает вот так вот пасту карбонару. В Турции, в Турции сидим, все включено. Девочки, заплатите? У мамы день рождения. Ой, девочки платят, проставляются. Подружки. Решил одеть белые штанишки. Думаю, ёбаный в рот, сольюсь со снегом. Никто не узнает, что спиздил омлет. И что думаете? Взял себе курточку, компотику, блядь. Плюнул еще, стираю, еще больше дыра стала. Пиздец. Девушка, полный пиздец, смотрите, капец реальный, не помогает. Что случилось? А вот, смотрите. Вы пролили на себя? Ну ничего, отстираю. А знаете, настроение просто по максимуму, девушка, а у вас месячное когда? У меня вот вышли, пиздец, девушка, такое настроение, просто злое, злюсь на всех, и рыгаю, и рычу. Аф, сейчас вас съем. Извините, дни такие. Понитесь умом, люди, в 4 часа так светло. Ёбаный рот, у меня глаза-то открылись. Уже почти 5. Капец, 5 часов так да. Ёб твою мать. Ебани. Когда мы уезжали в Турцию, то было уже темно в 4 часа. А тут так тепло, ой, светло. Вов, подпевай. Она, у мамы день рождения, просто песня самая любимая, не представляете? Реально так любит эту песню, первый раз слышит. Ой, ребят, завтра пойду на йогу. Завтра все вам расскажу, покажу. Это мой первый урок будет. Вообще, не знаю, стану йоговым наркоманом. Но они дышат вот так. Блять, голова закружилась. Так что завтра вам все расскажу.
Мне просто для себя нужно для чакры Ци и Джи, и чакры Ми Анды, чакры Зы и Пи Синдыр Ду, сука, народ Насру, и чакры Миндульки. Ребят, йога мне нужна, чтобы познать чакру Ци, и чтобы чакру Дин знать, и чтобы чакру. Артём, хватит, блядь, спать, ты ночью не будешь спать, дебил ебучий. Хватит спать! Если что, это все было название чакр. И есть отдельная чакра, которая называется... Артём, ты полный долбоёб! Хватит спать! Вот для изучения этой чакры понадобится много чакр. Еще вот чакра есть. Артём, ты еб... Вот, завтра схожу на йогу. Вообще, для очищения мыслей должно помогать. Для гармонии самим собою, телом и душою. И чтобы открыть к чакру, сейчас скажу, знаете, вот это... Самая популярная чакра. Артём, ты долбоебать! Вы пишете, ой, лицо очистилось магическим в Турции. Ебанитесь нахуй, привет, давно не виделись в Россию. Приехали, появились, убежали. Ну... В квартире торговый центр закрылся, но ничего я, блин, где же есть суперспособность. Ну все, тебе пиздец. Жух. Ой, блять, больно. Сука, не открывается. Пройдем, невидимкой. Рая, удачная. Ну все, тебе пиздец. Ой, сука, да что за пиздец, блядь. Реально какая-то заварушка. Ебаный рот, тут еще одна есть. Успею. Ну, блядь, сука, не открывается. У меня закончились суперспособности. И теперь я просто Кайли Миноук. Танцуйте кто-нибудь. Ёб твою мать, Володя. Ёбаный маньяки. Рот пизда. Алименкарта пердоберлёза. Все, пизда тебе. Сука. О, открылась. Ну все, вторая пошла. Открылась. Какие песенки. Перлерлакс, лики изи. В очередь в туалет. Привет, Ваня. Какой ты Симпсон. Здравствуй. Играем только нормально, хорошо? Я на счет 1, 2, 3 снимаю, давай. Давай, 1, 2, 3. Да, я все равно уже снимаю. Привет, милая моя. Давай, я буду вместо нее орать в рацию. Сука, при только подойдете, не продам билеты, нахуй. У нас не 3D, у нас много. И одни очки, и D, и 5D, и 5D, и 7D. Сели, мы вообще любим кататься. Все D, все твои. Все D, все мои. Где так? Попротяжней. Ой, все, ладно. Или без? Да, давай. Мы просто в шоке, все в кошмаре. Просто в шоке, все в кошмаре. И глазами. Что делать? Просто. Я обожаю просто своих подружек. Самое лучшее у меня. Ой, кажется, мы не туда довернули. А нет, туда, давай. В смысле? Увидимся. Ну, туда. Вот. Хода нет. Ну, нам сюда. Ребят, пришли на Черную Пантеру. Пиздец, такие ребусы, блядь. Индийское кино. Как тебе, Кинчик? Никого. Извините, люди, мы вам не мешаем? Извините. Мы тут из Кастори записываем. Ой, подождите, не позаботился о вас. Вот так вот. Смотри, Валь, 3D. Новый вид, блядь. Ну ничего, ребят, сейчас вам весь фильм сниму. Очки одевайте. Одели? Молодцы. Вот так вот. Уже традиция уходить из кино, не досмотревши его до конца. Уже переходит в какой-то смысл жизни. Да? Ваня. По руке будем говорить, как в фильме. Ваня, ты где? Ой, блядь, дверь нет. Всем спокойной ночи желаю в 2 часа ночи. Режимчик-то не сбиваю, стараюсь держать. Завтра вставать рано. На йогу идти, на йогу. Так что завтра ждите сериал, как я еганусь. Так егану, вы охуеете, реально, ёгнусь. Моя пососунья. Ой, блядь, у мусорки запряталась. Блядь, примерзла. Блядь. Так, отъезжаю в девочку. Ночь меня... Спокойной ночи.